В последние дни 2012 года Госдума приняла, наконец, закон об образовании, который обсуждался несколько лет. Но вот итог некоторых моментов многих неприятно удивит. Об этом пишет еженедельник «Аргументы и факты». И на первое место из-за неприятных удивлений он ставит оплату за детские сады. Газета сообщает, что родителям дошколят стоит уже сейчас начинать копить деньги. Со следующего учебного года плата за детский сад может резко увеличиться, максимум в 5 раз. Из нового закона исчезло ограничение, согласно которому родительская плата за присмотр и уход в детских садах не должна составлять более 20% реальной цены для обычной семьи и более 10% для многодетной. Отдать детей в садик многим станет просто не по карману. Причем председатель комитета Госдумы по образованию уверен, что эта новая норма закона отвечает сегодняшним и экономическим возможностям, и запросам населения. То есть, по его словам, у российских родителей достаточно денег, чтобы оплачивать детские сады без помощи государства. К сведению, сегодня общая 100% стоимость присмотра и ухода за ребенком в детских садах Ноябрьска в среднем составляет около 11 тысяч рублей.